Лео рисует? Привет, я Лео, и я люблю рисовать. Привет, а я Макс, я показываю вам, ребята, и тебе, Лео, как рисовать. Сегодня порисуем? Нет, сегодня полепим, Лео, сегодня лепка. Ура! 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 Будем лепить! Я люблю лепить. А что будем лепить? Будем лепить, Лео, черепаху фиолетовую с розовым и желтым. О, это здорово! Леп-пластилин! Я пошел за пластилином. Хорошо, Лео пошел за пластилином, а я вам покажу, ребят, чем мы лепим. Мы лепим пластилином Лео. Легко разминается, очень пластичен, яркие, приятные цвета. То, что нам нужно для хорошей лепки. А мы же любим лепить. О, я очень люблю лепить. И вот сколько я пластилина принес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, стой, не упади. Не упади. Стой, стой, стой. Вот я тебе помогу. Ох, спасибо, Макс. Начинай лепить, я сейчас приду. Хорошо. Лео, начинаем лепить. И мальчики тоже. И вот я здесь сяду. Садись здесь, будем лепить. Черепаха у нас будет состоять из нескольких цветов. Фиолетовый, такой малиново, такой глубокий фиолетовый, да, такой яркий, красный, можно сказать, красно-фиолетовый. Розовый, классно. И желтый, мне эти цвета очень нравятся. Также мы возьмем немножко белого, немножко, и черного. Вот эти цвета нам понадобятся для лепки. Чем больше цветов в пластилине, тем лучше, но все-таки эти цвета нам основные. Какие красивые цвета ты выбрал? Неужели у нас будет фиолетовая черепаха? Да, Лео, будет черепаха фиолетовая. Потому что мы фантазеры с вами, ребят, и любим лепить. Оторвем кусочек пластилина и помнем его сразу же. Он очень хороший, пластичный, податливый. Мы его так его мнем, чтобы он был мягкий. Чтобы он был такой тепленький. Мы его погреем. Видите, как мы греем пластилинчик. Становится теплее. Теплее. И вот он уже готов для того, чтобы сделал из него черепаху. Конечно же, мы начнем с панциря. Сделаем шарик. И вот это будет панцирь нашей черепахи. Возьми, блин, большой кусочек. Это панцирь. Мы его немножко придавим, вот так, чтобы было понятно, что здесь будет панцирь. Но сильно давить не будем, чтобы он вот так и остался здесь стоять. Хорошо? Он здесь стоит, все, лежит, да? Пока он нам очень пригодился, хороший, да? Теперь возьмем желтый пластилин. Желтый пластилин берем и мнем его тоже. Отрываем кусочек, вот такой кусочек. И я думаю, поменьше кусочек, конечно, нужно взять. Небольшой кусочек, из него сделать шарик. Я всегда, когда беру пластилин, отрываю кусочек, делаю шарик. Когда я кручу его, он становится теплее и мягче. Мне легче из него что-то сделать. Из него я сделаю вот такую колбаску, небольшую колбаску. Это низ черепашки. Видно, все получается, да? Если ты будешь уставать, то дай ручкам отдохнуть. Раз, два, три, четыре, пять. Дай ручкам отдохнуть. Опять отдохнул. Теперь берем розовый пластилин. Мне нравится розовый пластилин, девчонкам нравится. Ну и мальчишки тоже могут из него лепить, и я тоже люблю. А мне как нравится розовый пластилин, правда-правда, я бы только и лепил из розового пластилина. Хорошо, Лео, будем сегодня лепить как раз. После занятий тоже полепим. Возьми розовый пластилин и разорви на несколько кусочков. Несколько кусочков, и это будут наши ножки, ножки нашей черепашки. На два разорвали. Я думаю, что на два достаточно. Вот такие две ножки будут. И вот еще. Так, раз оторвали. И здесь кладем. Раз, два, три, четыре. Итого четыре ножки оторвали, положили, да? Вот они, няшные у нас лежат. У-у-у, какие милашки. Давайте сделаем побольше камеру, чтобы было хорошо видно, что у нас получается. Четыре ножки. Желтая подставочка под каемочку нашего панциря. И, конечно, еще одна розовая деталь, это голова. Она вот так будет идти. И что еще, Лео, есть? Еще, я знаю, что еще, Макс, должен быть хвостик. Хвостик, точно, хвостик должен быть. Хвостик обязательно сейчас опять оторвем кусочек и сделаем небольшой, маленький, возьми маленький хвостик. Маленький хвостик очень красивый, нежный у черепашки будет. Вот такая у нас черепаха получается. Еще мы хотели использовать белый и черный, но их мы будем использовать позже. Ребят, самое время отдохнуть. Давайте повеселимся. Прыг-скок, прыг-скок. Почему нужно отдыхать, ребят? Потому что вы устаете, ваши пальчики устали. Вы можете утомиться и
Вам станет скучно. И вы скажете: ой-ой-ой, какая скукотень, я не хочу больше лепить, у меня ничего не получается. Нет, не говорите так, ребята. Мы с Лео вместе и с Максом все у нас получится. Да, мы все вместе здесь, и у нас все получится. Смотрите. Отдохнули и немножко начинаем разминать наш большой панцирь нашей черепахи. Огромный панцирь. Почему огромный? Я леплю и стараюсь слепить большой панцирь, чтобы тебе хорошо было видно. Если у тебя черепашка получается не очень большая, то это тоже хорошо. Маленькая черепашка тоже здорово. А я леплю большую черепаху для тебя, чтобы ты видел, как можно четко все слепить. Большой черепахе легче лепить. Конечно, немножко больше пластилина тратится, но все равно и поделка становится больше. И ты стараешься, и тебе легче слепить большую деталь, чем маленькую деталь. Все-таки мы с вами учимся лепить. Да? Вот так, большая черепаха. Следующее возьмем желтенький кусочек. Кусочек раскатываем его, вот, чтобы он вот так примерно был. Раскатываем и сюда кладем. Отлично, давим. И вот у нас получилось черепаший панцирь. Черепаший панцирь, что скажешь, Лео? Ой, это хороший такой розово-фиолетовый черепаха. Ребята засмеют. Нет, ребята не засмеют. Мальчики, девочки, смотрите, бывают же разные звери. А мы детского зверя лепим, который будет просто радовать нас. И он как будто бы и вышел из мультика. О, я понял, это мультяшная черепаха, она волшебная. Точно, она волшебная. Ты можешь пока посидеть здесь, Лео, и придумать ей имя. О, это я могу. Ладно. Закрою глаза и загадаю желание. Какая-то это черепаха. Ребят, по очереди будем лепить. Сначала хвостик. Раз, и слепили хвостик. Небольшой хвостик. Отлично. Теперь голову. С головой нужно посильнее подавить на нее. Подави сильно, не старайся сделать ее тоненькой, а сделай большой. Большая черепаха. Очень красиво будет смотреться, потому что чем больше голова, тем она симпатичнее будет, понимаешь? Мы же делаем черепашку, которая из мультика, а в мультиках всегда большие глаза, и мы любим мультики смотреть, а лепить мультики тоже можем, и вполне у нас это получится. Слепили большую голову, большой, и с шеей, да? О, хорошо получилось, я думаю, ее назову Розовика. Розовика, хорошее имя для черепахи. Ребят, теперь начинаем лепить ножки нашей черепахи. Ножки лепить легко, просто вот так приклеиваем и раздавливаем. Очень легко, просто легче, просто некуда. Раз, и все готово. Два, и все готово. Три, и все готово. И четвертая лапка осталась, и вот она, черепаха, почти готова. А почему почти? Мне кажется, она готова. Нету, Лео, еще глазиков. Мы их сейчас приклеим. Один глазик сделаем такой. Отрываю белый кусочек и делаю комочек. Этот комочек клею сюда. Также нужно подумать, что будут черные зрачки. Черные маленькие шарики здесь кладу рядышком, чтобы все было готово. Также улыбочка. Улыбочка будет черненькая, просто улыбаться. Сразу улыбочку такую. Черепашка. Скажи, что-то нам хорошее. Привет, ребята, я черепаха, говорит черепаха. Мы приклеили сначала ротик, теперь два глазика. Опа. Теперь два черных глазика. Опа, черепаха замечательная. Также ей можно бровки приделать. То вот здесь уже мелкие детали, и может быть тебе будет это сделать сложно. Но может быть мама тебе поможет, и будет у нас хорошая черепаха. Черепаха. Мне она очень понравилась. Да, ребят, но не думайте, мы еще не закончили. У нас замечательный есть панцирь у черепахи. И мы его оформим. А оформим с помощью желтого цвета. Желтым цветом мы возьмем маленькие каталочки. Небольшие вот такие вот будем раскатывать. Я их называю палочки
маленькие палочки, малюсенькие палочки, и вот так будем клеить на черепаху. Это очень легко сделать, но придется их сделать чуть побольше, чем одну. Может быть, даже 10, но поэтому из-за этих шариков маленьких твоя черепаха будет просто замечательно выглядеть. У черепахи же красивый панцирь. Он всегда разукрашен какими-то узорами. И вот эти вот кочерушки нам нужно сделать побольше. Тогда наша черепаха будет очень приятно смотреться. Вот как получается, да? Еще одно. Давай вместе считать, Лео. 1, 2, 3. Я умею считать. Давай, ты будешь делать, я буду считать. Хорошо, Лео, тоже помощь хорошая. Вторую. Следующая какая? Следующая, четвертая. Четвертая, хорошо, четвертая. А потом какая? Пятая. Пятая. Ребят, вы тоже можете считать. Делайте и считайте. Пятая, следующая, шестая. Некоторые могут закрываться, могут не закрываться. После этого седьмая. Седьмая сюда закрутим. Вот так, седьмая. Восьмая, ребят, восьмую считайте. Восьмая получается. Восьмой узор. Девятый узор вот здесь, к краешку, да, совсем немножко. И его даже за половинку можно считать. Десятый узор здесь тоже за половинку того. 10 у нас получается. И последний, я думаю, что здесь очень хорошо войдет вот такой полукруг. И вот теперь-то я считаю, что наша черепаха готова. Это просто замечательно. Ребята, мне так понравилось лепить. Давайте уберем пластилин на место. Да, ребята, обязательно убирайте пластилин на место. Не раскидывайте его по полу и не валяйте, потому что он может запачкаться и запылиться. А это я не люблю. Я люблю порядок. Фух, лапки наши устали. Лапки наши устали. Ручки наши, ребят, тоже устали. Мы отдыхаем, разомнем ручки и начнем следующую поделку. Так что приходите и лепите. На канале очень много лепок. Лепок. Видеолепка называется «Наш урок». Приходите, лепите с нами. Лео рисует, так легко нас найти. Легко найти в Инстаграм, легко найти на Ютубе и легко поучаствовать в наших конкурсах. Хороших, хороших поделок и всего пока-пока.